Знаете, вот до Кали-юги была другая юга, Трета-юга, по-моему, Сатья, Трета и Кали-юга, потом опять Сатья-юга. А нет, еще Вапара-юга, четвертая есть, да? Но вот до нашей эпохи была эпоха, в которой было идолопоклонничество. Бог, как некая статуя, некий портрет. Поэтому, видите, у нас все так сильно. У нас все это внедрено. Но как вот мы говорим, психогенетика, там несколько поколений, а там целая эпоха, которая, если наша 400 с чем-то, то предыдущая была 600 с чем-то тысяч лет. Самая длинная, вы помните, да, это Сатья-юга, миллион с чем-то лет. Она самая такая длящаяся. Если мы живем 100 лет, то люди там жили подольше. Но другое дело же, ведь время, понятие такое расширяющееся, оно... Вот мы что с вами делаем? Мы же растягиваем время. 20, 20, 20. Вообще, я именно с медитациями стал замечать, как можно растягивать или наоборот сокращать время, потому что в обычной жизни нет, а вот иногда, когда куда-то надо идти, нужно помедитировать. И вот можно даже 10 минут разбить по 2 минуты. Ну или по 3 минуты. И знаете, вот за счет безупречности. Вот обращайте внимание, вы приехали, устроились, вам дали место. Но вы же знаете, что вы здесь ненадолго. Вы тут особо же не приживаетесь. Корни не пускаете своего маленького холодильничка там. И вы знаете, что вы скоро домой уедете. Особенно так волнительный день отъезда. Как говорят же, да, в гостях хорошо, а дома лучше. А вот точно так же и мы же сюда пришли. Вообще-то ненадолго. Основная масса, 75%, настолько верят, что навсегда. Причем такая какая-то безотчетная вера. Все же знают, что умирают люди. Но так удивляются, когда кто-то умирает и плачут так горько о потере. Вообще, конечно, видите, наше сознание менялось-то, оно постепенно. Мы год за годом, день за днем. Но оно изменилось так бесповоротно, что сейчас просто непонятно, как можно не понимать такие вещи. Что мы здесь очень временно. Мы здесь временно. И смотрите, а ведь получается, что когда приходит смерть, это мы начинаем возвращаться домой. Туда, откуда мы сюда пришли. И мы-то вроде как бы должны, так сказать, собираться с радостью, так с предвкушением, что вернемся домой. А мы привязались. Ну, это вот как дети, да, вот в лагерь, когда, я помню, ездили, летний лагерь, вот кто-то привязывался, особенно девочки плакали всегда. Ну, как-то вот когда расставаться, плакали. Мальчики нет, а вот девочки. Привязанность, да, вот это вот. Просто замечайте особенность своего пребывания здесь. Вы же здесь не привязанно пребываете. Вот почувствуйте такую же непривязанность в повседневной жизни, вообще вот в присутствии здесь, в этом мире. Вообще, конечно, поразительно, насколько сансара она затягивает. Время, оно с точки зрения молодого человека, оно же нацелено на будущее. И будущее такое безмерное, там столько много всего. Время для нас с точки зрения вот прошлого, да, это мгновение какое-то. Где оно было прошлое? Сколько? Даже вот сколько мы занимаемся с вами, да? Вроде недавно ездили куда-то там. Понимаете, как вот время съедается с точки зрения уже высоты прожитых лет? Не было ничего, нету ничего. И вот на смертном одре точно так же. Не было ничего. Но вот как раз-таки вот этот сон,
он воочию, ну это сон, не было ничего. Не было, особенно когда уже вот уходишь, а что, как бы вот когда уходишь, а что важно, ну вот, что важно? Ну, важно, конечно, наверное, что, чтобы распределить имущество и деньги своим. Вот это важно. Может быть, еще душа будет болеть. Но, видите, это важно до какой поры? Это важно до той поры, пока вы еще в сознании человека. А ведь когда мы уже начинаем вот этот процесс, когда начинается процесс умирания, вот уже как бы дыхание, там же уже не человеческое сознание, ну вот не такое обывательское сознание. Все там уже начинается что-то такое. Это все еще эгоистическое сознание, вот эго довольно, что все нормально и так далее. Понимаете, здесь вот все очень так, вот это утончение, оно позволяет видеть более тонкие вот эти вот грани. И мы должны очень явно для себя это принять, что здесь всегда будет непросто играть. Независимо от вашего статуса, вы там пробуждены, прям сильно пробуждены, или, ну так, средненько пробуждены, всегда будет непросто, потому что начинаются новые вещи. Вот, допустим, пребывание в реальности. Это же новое, ну как бы мы как бы вроде знали про это, но так не обращали внимания. А вот она реальность, вот пожалуйста, пребывай в ней, пожалуйста. Но пока мы здесь, это получается, может быть, да? Но потом остро начинает замечаться, что все время ум уводит. Когда там мы уезжаем куда-то, ну где, откуда живем, да, ум уводит. И вот это вот, а как удерживаться? А как? А удерживаться, видите, мы знаем с вами, да, что энергия наша связывается чем? Куда внимание, да? Все-таки это прошлое, это тенденция ума. И уже, знаете, пора нам понять, именно этот труд, он приводит к таким стойким результатам. Видите, вот тоже вот этот момент, ой, я типа все знаю, все мне здесь делать нечего, я типа дальше сама. Понимаете, вот эта вот поспешность. Здесь вот главное, знаете, не совершить вот этой ошибки. Ошибка, которая называется ясность. Помните, после страха какой второй враг у нас? Ясность. Мне все понятно, я все знаю. Как только вы это сказали, вы сразу закрыли вот этого охотника доступ к тонким вот этим вот проявлениям. Потому что уже это и называется тонкое эго, кстати. Мне все ясно. И вот это тонкое эго, его не просто так распознать, потому что у него нету таких грубых страданий, как первоначально, когда мы сначала работали с грубым эго, да? Самсара реально непроста. Вот чтобы ее с ней справиться вот так вот в одиночку. И еще такой момент, момент единомышленников. Как потерять это все очень легко. Потерять это все очень легко. Но куда вы пойдете? Что, это тогда надо искать новое сообщество какое-то. А вот если это начинается, то это уже стопроцентная индульгенция. А что, здесь не было ключей, что ли? Понимаете, новое сообщество — это новая попытка найти лучший метод, как будто дело в методе, а не в том, чтобы самому сдаваться. Найти лучший метод, но дело не в методе, а дело в том, что ты сдаешься или не сдаешься. Ты индульгируешь или не индульгируешь. Но, видите, здесь никто никому не указ в пробуждении. И мы на самом деле не должны этим заботиться, потому что у нас же первоначальная задача, и мы знаем, что здесь нет никого, кроме меня. Потому что вот даже сейчас, по принципам осознанного сновидения, я сознание наблюдаю сон, где роли. Роли нереальны. Мы сейчас нереальны, потому что мы — это персональность. Персональность нереальна. Или, потому что мы же уже с вами знаем, что она нереальна и реальна в одно и то же самое время, да? Или она реальна только один момент.
И вот понимаете, все время вот так вот живо, никакого вчера, никакого завтра. Вот мы вот так вот движемся, как реальность в моменте. Знаете, вот это вот новое как бы раскрытие такое, новая задачка такая, да, для вас быть в реальности. Ведь реальность, она непрерывно меняется. То есть в чем заключается сила жить в реальности? Это то, что реальность непрерывно меняется. И вы, ваше восприятие этой реальности должно меняться одновременно. То есть течь. Вот как мы говорили, раз не застрять в прошлом, начать думать. Потому что, когда мы уходим отсюда, реальность начнет стремительно меняться. И вот эти вот люди, вот эти строения, они исчезнут. Реальность начнет стремительно меняться, и вам нужно не задержаться. Ой, а куда люди делись? Ой, а что тут темно так? Ой, нет, я туда не хочу. Нет, такую реальность, ой, мне страшно. Что куда-то меня несет? Ой, а тут как-то дышать, как тут дышать? А там дышать не надо уже, там другая реальность. Понимаете, вот как он должен быстро перестроиться. И вы должны не сопротивляться. А как вы? Она мощная, быстрая, неотвратимая. Вы никак не сможете ничего там остановить. Сказать, ой, подождите, сейчас я... Ничего вы там не сможете подготовить уже, но сейчас... Понимаете, вот в чем вообще, конечно, эта загадка? Сейчас у вас есть возможность готовиться к этому. Мы будем смотреть фильм «Самсара». Вот он так и называется «Самсара». «Самсара». Но, видите, мы-то не жили в монастыре и не живем. Да? Мы-то как раз живем. «Самсара» — это наш дом родной, в общем-то, да? Но как-то надо поменять, знаете, свое мировоззрение на то, что вы должны использовать «Самсару», а не самсара вас. Ну, это, по сути, вот матрица. Понимаете, вот как матрица, она всех использует. Ну, даже вот эта популярность. Как бы эта матрица заявляет, что будьте популярными, вас будут все любить, у вас будет все там и так далее. И она выдаивает, потому что, попадаясь в эту программу, люди, то, что они как бы пытаются и служат вот этой матричной идее, некогда оглянуться, некогда о чем-то подумать, потому что там у них такая гонка, они должны выдавать продукт, они должны быть всегда на пике, у них должно быть все. И вот мы видим, что кто-то не выдерживает эту гонку, чисто с какой-то вот по духовным соображениям они вообще не должны были так жить. Они так все наковеркали, нарушили, и поэтому у них там приходит вот эта несовместимость с жизнью. Потому что они совершенно ушли из реальности. То, что мы сейчас с вами делаем, это тренировка, практика. Потому что это то, что нас подготовит, это то, что нам даст возможность вот делать эти рывки выхода в реальность и жить в реальности. В этой живой реальности. Вот она, живая реальность. Вот она прямо сейчас живая. Вот. И она только одно мгновение, которое постоянно длится. Смотрите, пока мы в этой реальности, вот в этом мгновении, это энергия, это не хочется как-то, нету депрессии, нету, вот она длится. Просто интересно, понаблюдайте, как долго вы сможете там быть. В следующий раз вы заметите, что вы что-то уже без энергии. А что произошло? Понимаете, а вы даже их не замечаете. Вот настолько игра утончается, сейчас же нету такого, что там кто-то пришел, по башке дал, или наорал, или нет. Просто незаметно какая-то тенденция, как это, подсознательно грызет. Потому что жизнь, она вроде как бы рутинная, никуда от этого не деться. Как утром встали, и распорядок дня практически один и тот же. А ну вы же не можете все время фестивалить, там каких-то переживаний таких, чтобы жизнь бурлила, и вот, а она вот монотонная. И в этой монотонности вот эти подсознательные программы, и бац, и уже энергии нету. Какая там реальность? Пойдем делать практику. Почему? Потому что надо отсоединить это внимание,
надо его выследить еще. Понимаете, вот ни в коем случае не надо очаровываться вот этим достижением «я есть то». На протяжении вот уже многих лет я подтверждаю, что наша система пробуждающих практик, она просто уникальная какая-то. И она напрямую ведет именно к той задаче, переходу. Нужно понимать, что все идет правильно, все идет согласно вот этим вот нормам усвоения знания, потому что тоже, если вы посмотрите тибетцев, помните, я тоже вам давал ссылку на фильм, где вот этот старец с Тибета, он говорит, да я не буду вас вводить в заблуждение, я не буду вам рассказывать про эти вещи, про те, которые я знаю. Зачем я, говорит, вас буду вводить в заблуждение? Вы все равно не поймете это. Ну зачем? И более того, он сказал, мы даем обет, что мы никому не будем рассказывать про эти вещи. Вот этот момент, у нас пришел момент, когда мы готовы к вот этим вот глубоким знаниям, серьезным, да? Потому что, видите, ваша готовность, она может менять реальность, реальность возможностей. И, по сути, духовный путь, вы один против всех. Вы должны против матрицы пойти, не побояться. Вот здесь, что я вам говорил, если вы хотите идти этим путем, если вы идете этим путем, то вы заведомо должны понимать, что вы не будете жить так, как все. То есть ваша жизнь, она не будет, как у всех. Но вы не должны этого стесняться. Потому что стеснительность и вот это вот, это предательство себя, это уже не быть собой. А если вы несетесь, если для вас это нормально, то тогда вы это транслируете окружающему миру, что для вас это нормально, вы сами с собой, в ладу с самим собой. Да? Поэтому вот это очень важный аспект принятия своей судьбы, принятия пути, заведомо зная, что вы всегда будете не такие, как все, элемент белой вороны. А посмотрите, а вот многие же, те, кто были очень одарены, они же были белыми воронами. Судьбу белого ворона, да, проживали, белые вороны. Здесь вот внутри нужно определиться, потому что, видите, у этой игры есть цена, ну или вот ради чего вы играете. Понимаете, вот опять же, вот мы сейчас находимся на таком этапе, когда 30, 40, там, 50 лет и нету ничего, если посмотреть назад. Ну нету ничего. А ведь, ну что там следующие 30, 40, 50 лет? Они только кажутся, ну вот 10 лет прошло. Ну, долго ли они шли? Последние 10 лет, да? И нам уже по сколько лет стало? А заметили, да, как вместе с нами звезды стареют, вот эти, да, которые раньше были там девочками, мальчиками, и как все стареет, и как кто-то превращается в каких-то таких бесформенных существ, да, уже вот теряет форму, теряет здоровье. Наши же современники уже умирать стали, если не считать вот молодой возраст, а вот уже современники уходят, да, и смотрите, вот мне так интересно наблюдать, и все попадают в это, и никто же с этим ничего поделать не может. У всех начинается вот этот момент старения, морщины у всех, волосы седеют у всех, выпадают. Это же нормально, оказывается, что с возрастом волосы реже становятся, там на сколько-то процентов. Никто с этим ничего не может поделать, все катятся вот туда, куда-то катятся, но кто-то молодится. Но так или иначе мы докатимся все до смертного одра. И вот здесь вот смеется тот, кто смеется последний. Вот то, что вы там были белой вороной, а вот здесь вы как раз-таки не будете белой вороной. Нужно сейчас, наоборот, усиливаться. Сейчас время такое, знаете, как это раньше, смутные времена настали. Но непонятное время вообще.